Сюцай от нумерологии отличается ничем. Я, насколько понимаю, Сюцай чуть-чуть более навороченный. Там очень много атрибутики. Нумерология, она чуть проще, чем астрология. Сюцай, он обобщил астрологию, по-моему, с цигуном, там вот с этим всем. И поэтому получился такой поверхностный микс. Меня, конечно, помидорами сейчас закидают. Скажут, Сюцай — это наука. Если честно, 4 вуза закончил, что-то я такую науку не встречал. Сюцай якобы наука, потому что он ее изучает. Но научный мир, я очень сильно сомневаюсь, что это принял. Сюцай не попадает под определение науки. Если это наука, кто-то защитил докторскую. Кто-то, я ни одного профессора или академика не знаю по Сюцаю. Ченкор какой-то есть, да, который вывел эту науку. По нумерологии нету научной степени, по астрологии нету, я во всяком случае не слышал. И если честно, астрология, во всяком случае то, что я видел, сильно больше похожа на науку. Сильно больше. Вот когда говорят там время твоего рождения, и человек говорит, примерно там кажется после обеда. Нумеролог, ладно, он там это не считает. Сюцай говорит, ничего страшного, ладно там. Но когда вы, если вы вручную будете чертить дома, доли секунды влияют на твою судьбу. Там меняется все. То есть ты 2 недели рисовал, и потом, когда тебе говорят там, чуть-чуть можно изменить на полминуты, там нахрен все двигается. И поэтому, мне кажется, в этом плане астрология больше наука, чем Сюцай. Это мое очень поверхностное такое мнение.